Ты единственный, кто еще способен узнать человека, убившего наши семьи. Ты помнишь, что ты обещал сделать, когда умерла Рут? Я составил для тебя план. Ты должен строго следовать его пунктам. Его зовут Отто Валиш. Ты должен его найти. Ты должен убить его. Я ищу моего отца. Сэр, откройте вашу сумку. Я уже позвонил в полицию. Паспорт. Мы последние из тех, кто уцелели. Стойте у окна. Кто вы? Сэр, пожалуйста, не кричите. Кто такой наци? Нацист. Плохой человек. Ваш отец когда-нибудь говорил с вами о Германии? Смеетесь? Вы ведь знали про его коллекцию? Что это? Попростите, я... Что здесь происходит? Я, пожалуй, пойду. Назад! Придется ответить на пару вопросов прямо сейчас! Ты хочешь продолжить? Я должен закончить. Должен. Тот же.